Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Vivo Y21S, и сейчас я покажу вам, как поменять дату и время. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Система», далее выбираем «Дата и время», далее отключаем «Настраивать время автоматически», выбираем «Дату», можем вручную выбрать день, месяц и год, и вручную мы можем выбрать время, выбрав часы и минуты. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.